Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу немножко о моих бровях. Мои брови очень светлые, их практически не видно, поэтому я их крашу. Я использую краску, называется Berry Well. Сейчас я вам ее покажу. Вот в такой коробочке она продается. Произведено это в Германии, очень хорошая краска, очень стойкая. Вот он тюбик, она в виде пасты. Значит, я использую вот такую кисточку для покраски бровей, вот такую маленькую стеклянную баночку и вот такой активатор, тоже Berry Well, 3%. Вот пасты я выдавливаю где-то 2 сантиметра и добавляю 10 капелек вот этого вот активатора. Вот я использую коричневую, натуральный коричневый цвет. В этой коробочке еще входит инструкция. Тут, правда, на английском. Но хорошо очень все расписано, очень ясно. Выдавливаем где-то 2 сантиметра приблизительно. Ну вот приблизительно где-то так. Добавляем 10 капелек активатора. Вот он такой беленький. Я, наверное, только 8 добавлю, так как он густоватый. Капельки довольно-таки большие. Берем палочкой, хорошенько перемешиваем. Убедитесь, что оно хорошо перемешалось. Можно немножко подождать, пока это все активируется. Вот красочка готова, сейчас мы ее будем наносить. Перед нанесением убедитесь, чтобы ваши ресницы были чистые, чтобы не было никакой косметики. Я вот использую вот такую штучку. И хорошо нужно протереть. Так как я недавно их красила, они у меня еще темные. Вот я просто хочу вам показать, как я это делаю. Еще я использую вот такой таймер по времени, чтобы они не покрасились по-разному, чтобы одинаково было. Когда я наношу, быстренько включаю и засекаю время. Главное не передержать. Если не докрасится, это лучше, чем перекраситься. Хорошо, еще раз вытрем. Надо, чтобы они были сухие, без влаги. Еще полотенцем вытру, чтобы сухо было. Так. Главное придать красивую форму бровям. Чтобы знать, какая форма должна быть, значит, вот можно измерить. Вот прилаживаем к носику. И чтобы шла ровная линия. Вот, через начало глаза. Вот тут вот мы начинаем. Дальше
закончим мы, у меня зеркало с другой стороны, вот от носика, не придавливаем легонько так, и вот где заканчивается глаз, это у нас будет конец брови. Как определить середину? Значит, нужно ровно смотреть, ровно, и палочка должна тоже вот от носа начинаться и проходить прямо ровно через зрачок. Вот это у вас будет середина. Вот так. Вот это будет самая верхняя точка брови. Теперь наносим. Вот я беру щеточкой. Не жалеем краску. Хорошо, надо нанести. Вот. Если вам видно, потому что у меня зеркало с другой стороны, главное сделать вот ровную линию вот здесь. Так. И хорошо наносим. Желательно это делать быстрее, чтобы не получилось у нас разноцветное. Там будет темнее, там светлее. Я, в общем, вот быстренько наношу. Вот так. Вот так наносим. Если где-то вылезли, быстренько нужно вытереть, чтобы оно не покрасилось, иначе будет все пятнистое. Так, хорошо наносим. Видите, что волоски все покрыты. И аккуратно подводим контур. Вот. Красивый ровный контур делаем. Так, это далековато вышло, немножечко подоперем. Сделаем ровнее. А волоски, которые не покрасились, мы просто их выщипаем. Вот под низом вот эти вот лишние волоски. Я не люблю толстые брови. Так, я включаю таймер. У меня 2 минуты, мне достаточно. И быстренько красим вторую бровь. Тоже ровненько. Делаем ровную линию здесь. И быстренько наносим на всю бровь нашу пасту. Так, одну я уже смыла, буду сейчас вторую смывать. Долго я держать не буду. Темные мне не нужны. Значит, вот мочим водичкой и аккуратно вытираем. Надо хорошо вытереть. Иначе, если останется краска, будет дальше красить. И будут брови у вас... могут быть разные. Так, теперь насухо вытру полотенцем. Вот я взяла такую щеточку и красиво расчесать, чтобы видеть, насколько одинаково все получилось. Вот такие брови у меня получились. Я очень довольна. Очень красивая форма, как вы видите, получилась, только нужно их расчесывать, чтобы вот красивая эта форма не терялась. И так я делаю где-то раз в месяц, может быть, раз в 3 недели. В зависимости от того, вот когда вырастают светлые волоски, если их очень много, ну и плюс эта же краска, она тоже смывается, то нужно добавлять свеженькую.
И не нужно каждое утро красить эти брови, стараться выводить карандашиком, пудрой какой-то там. Вот такие брови, вот. Вот такую красочку я использую также для ресниц. Тот же принцип, только вот цвет черно-голубой. Черный с голубым смешивается, получается очень красивый эффект. Получаются очень темные реснички. Я, в принципе, стараюсь, когда я наношу на реснички, стараюсь не дотрагиваться до корней, потому что будет очень печь. Так как я делаю сама на себе, я не могу закрыть глаза. Я все это делаю с открытыми глазами. Я стараюсь это делать очень аккуратно. В общем, если вам понравилось мое видео, вы также можете посмотреть мои остальные видео. И обязательно оставляйте комментарии, делитесь с друзьями, пишите мне, спрашивайте, если у вас есть какие-то вопросы, я обязательно отвечу на них. На сегодня, я думаю, это все. Пока-пока!